Дивиденды по акциям «Газпром». Вот, посмотрим на истории. Вот в 2017 году была выплата и сразу гэп. Он называется дивидендный гэп. Вот 2017, 07, 18. В июле 18-го. То есть люди получили дивиденды 8 рублей, но цена акции упала на 5,5, да, на 5,5 рублей. Получается, там где-то 2% можно было за день заработать. Вот тут купить, тут продать. А кто сидел, ждал, пока цена восстановится, ему пришлось отсюда и до сюда сидеть. Это 2,5 месяца. Теперь посмотрим другой гэп. Вот он, красавец. 145 рублей. И упал до 138. То есть 7 рублей. Получается 1 рубль навар. Получили 8 рублей дивидендов. Ну, можете потом подождать еще. 2 недели подождать, и подрастет, все восстановится. То есть за месяц вы получите свои 8 рублей делить на 145, это где-то 5,5% за месяц.